Ну и там же, в Чернобыле, президент Порошенко прокомментировал положительное решение европослов в отношении украинского безвиза. Президент отметил, что двери Европы распахнуты для Украины. Так что же это означает для нашей страны и когда поездки в Европу без виз станут для нас реальностью? Узнаем от Елены Зориной. Безвиз для Украины будет, и этому вряд ли что-то помешает. Об этом с самого утра говорят здесь, в Брюсселе. Не зря же дипломаты второй раз сказали Киеву «да». Комитет постоянных представителей и членов ЕС заседал традиционно в закрытом режиме, без прессы. Но нам удалось узнать некоторые детали. Решение это, по сути, промежуточная, чистая формальность. То, чего Киеву стоит опасаться, так это голосование в Совете ЕС. Таким будет следующий шаг. И вот там уже возможны сюрпризы, но эксперты нас убеждают, на попятную уже никто не пойдет. Дескать, в Украине уже можно доставать шампанское, но вот открывать пока рано. Всегда есть возможность остановить процесс, но это маловероятно. Уже есть одобрение парламента и частично одобрение совета. Никто из моих источников не говорил, что есть риск приостановить процедуру, а когда договор будет подписан, назад пути нет. Поэтому даю 99,9%, что безвиз для Украины будет. Голосование министров Совета ЕС запланировано на 11 мая. После этого Киев и Брюссель могут официально узаконить свои безвизы. Отношения, то есть подписать соответствующий договор и опубликовать его в официальном журнале ЕС. После этого начинаем отсчитывать 20 дней, и лишь тогда двери Европы наконец-то откроются. То есть к середине июня украинцам виза в зону Шенгена будет уже не нужна. Из Брюсселя Елена Зорина, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер».